Так, и мы с вами продолжаем. Продолжаем мы с вами смотреть фаскапчик сегодняшний вечер. Фаскапчик. Так, команда 666 против команды V-Play. Итак, заканчивается первая стадия банов. Команда 666 забанила Пугну, забанила Лича, забанила ЦМ-ку и Тимбер Соло. Виплей им ответили баном таких героев, как Элдер Титан, Фурион, Гирокоптер. И вот над последним ребята немножко задумались, это Луна. Луну, забанили ребята Луну. Не хотят, видимо, сами не собираются ее брать. И не хотят ее отдавать. Так, ну а теперь посмотрим пики. Пик команды Виплей. Первые три пика. Вивер, Виномансер и Андайнг. Вот такие интересных пики. Сейчас будет четвертый пик. Сейчас мы как раз на него посмотрим. Ну, Виномансер, естественно, саппорт. Андайнг, вот... он может как саппорт, может и даже в сложную пойти. И также Вивер может в сложную пойти. Может быть и фармящим парнем. Вот так вот. Ну, сейчас посмотрю, кого... кого же доберу четвертого, тогда картина немножко станет пояснее. Ребята немножко подзадумались. Решают, обсуждают, кого же взять. Кто же им приглянулся. Пошло дополнительное время, ну и... кого же, кого? Кого будут добирать? Ну, мидера все равно не хватает, виплей. Это Dark Seer, Hardliner, но это скорее, это фармящий, ну это вот это, первые три пика это трипла, в принципе, как я предполагаю. Вот, ну вот это, это Solo Hard, Dark Seer, и туда еще залетит какая-нибудь Квапа, наверное, мне кажется, Квапа. Это будет, ну такая у них неплохая комба, туда идет стяжка, ультравиномансера, туда еще, если залетит вот в эту всю капшу, Дикей. Будет достаточно неплохо. Ну, Вивер где-то откуда-то будет нарезать. Но если последний пик будет Квапа, тоже неплохо. Ну, или какой-нибудь Пак. А, Пака взяли. Команда 6-6. Ну, вот теперь пик команды 6-6. Это же Висаж. Очень неприятный саппорт. Нага Сирена очень хороший саппорт. Ну, она, конечно, меньше такой, как говорится, беспорядка. Она меньше наводит, чем Висаж. Висаж такой... хороший саппорт и подстопит и достаточно сильно науронит. В общем, неприятно против него играть, естественно. Ну вот, четвертый пик, и мне кажется, сейчас команде 6-6 остался керри и хардлайнер. Ну вот, как мы, в принципе, виплейцы никакого там хардлайнера не захотели, как бы банить, забанили сразу же двух керри, Гирокоптера и Луну. Так, ну будет ли вот бан интересно от третьего, какого-нибудь керри, мы сейчас посмотрим. Остается 20 секунд до окончания времени пика у команды 6-6, посмотрим, кого же они все-таки пикнут. Это Мишка, привет. Так, ну... друид, может быть лесной, может быть и хардлайнер. Ну, мы посмотрим. Посмотрим, куда решат отправить команда 666 лондруида. Ну, так-то они уже решили. Мы это узнаем совсем-совсем чуть-чуть позже. Совсем-совсем чуть-чуть позже. Вот так вот. Вот. И последние баны от команд. Сейчас будет ли бан какого-нибудь хардлайнера, хотя вот, в принципе, хардлайнера забанили. Ну, или это же... я вот такой сижу, думаю, лес хард, но это же, возможно, и фармящий лондруид. Так-то? Тоже вариант. Как бы. Вот. Так, забанили Джиггернаута. Ну, в принципе, три керри забанили. А команда Виплей.
Ну, а виплеем остается добирать мид персонажа, но сейчас команда 6 будет банить мидера. Мидера. Reserve time. Dire team pick. Закончилось время, и они никого не забанили. Пикает сейчас виплеевцы. Ну да, интересно. Так, ну и это какой-то мидер, сейчас мы посмотрим. Кого же они хотят себе добрать? Пошло дополнительное время. Это Dragon Knight в мид. Radiant Team Pick. Неплохой герой. Так, ну и... Три шестерки сейчас будут добирать. А, у них, походу, отвалился пикер. А паузу не поставить. Нельзя поставить паузу, по-моему. А, ликантроп. Ну, я думаю, сейчас будет рехост. Так-то. И рехост будет на АП. И возьмут ребята героев. Я думаю, время-то закончилось. Но все равно не доберут героя, сейчас будет... Ну, по-любому должен быть рехост, все-таки отключился парень. Ну, и он отключается. Да, Ре на АП. И думаю, будет нормально. Так. Как всегда, интернет подводит в самое нужное время, но ничего, сейчас быстренький рехостик. Так, сейчас последние два парня из команды виплей зайдут, и мы... И мы продолжим. Так, там пик, получается, большая, ребята хотели взять, да. Но отлетел у них пикер, капитан. Так, ждем последнего игрока и будем начинать.
Так, где же ты, где? Забыл пароль. Пикали бы Пуджаун, похукали бы их крюком там. И Морталовским, чё. Так, 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 ждем последнего, последнего. Где же он? Затягивается немножко вот эта вся процедура начала игры. Так, ну вот, присоединился парень. И мы стартуем. По крайней мере, должны. Так, ну все нормально. Там ребята договорились по поводу того, что Last Pick Банша. Так, ну вот, все. Поехали, поехали, поехали. Сейчас быстренько все прогрузимся на АП. Все нормально. Быстрая прогрузочка и будем наблюдать. Так. Так, Лондруид, Банша, Пак, Нага. Наберут последнего АВП. Естественно, забирают Дарксира, Андаинга, Вивера, Веномансера и ДК своего. Сейчас 6-6 доберут последнего персонажа своего. Висаджа. Так, ну и вот сейчас пройдет эта отличнейшая заставочка на АП. Ну вот. Добирают ребята. Сейчас начнется битва. Вивер тут гоняет. Так, ну, без смока. На сей раз виплеи. Так, и также нету смока. Команда 666. Едем, едем мы. Надеюсь, игра будет интересненькой. На топ. Хотят еще поставить вардишки на топе. Выходит Банша, Висыч. За ними выдвигается Нага. Втроем они зайдут. Поставят вардец. Возможно, зайдут еще в чужой лес. Забанят вар. Забанят один спаун. Возможно, там два. Пак в миде. На боте Лондруид. Возможно, тут как раз поставили триплу. 3 на 3. Будет трипла на триплу. Как раз, скорее всего. Тут Дарксир в лесах. Дарксир в лесах забанил один спаун. Но тут все равно никого нет у них. В принципе, ну тут будет воевать ДС с Лондруидом. Посмотрим, что да как. Так, Висидж вместе с Нагой выходит на верхнюю руну. Так-то Висидж поставил вардец один. Так, ну и
отправляются ребята в топ. Решили они не блочить никаких спаунов, в принципе. Так, виномантер. Есть у него варды. Так, поставил вардец вот сюда. Так, и выходит в мид. На пака попадают в пак, но пака есть shift. И как бы вот мог бы уклониться, но как бы сильно больно на первом уровне. Вином ничего не сделает, тем более он наносит 0 урона на первом уровне, как бы. Поэтому он, в принципе, безопасен. Так, висаж, висажа нету. Никаких вардов. Подходит он, видит он тут зомби. И как-то будет пытаться воровать экспулечку. Ну, тут стоит, ворует экспулечку, в принципе. Подходит виномантер. Виномантера нету маны на гель. Ну, у него кинули замедление. Ну, все, спокойно. Спокойно, Висач уходит. Так, на боте. На боте Дарксир прокачала Найншелл. Стоит против Лондруида. Лондруид второй левел. Дарксир, естественно, на втором прокачал Сурж себе. Есть еще один центрик. На боте, кстати, появился Инвиз. Так. Дикей в троих, хорошо. И фармируют, ребята. Еще раз дикей в двоих. Так, банша получает второй левел. Так, дикей, гель, ну баншу, зацепили баншу, нет, не будут ее цеплять, не будут, так как нечем догнать. ДК берет инвиз, ставит паузу, висаж, одна минутка. Подождем минуту. Так, ну тут ребята пытаются, будут, наверное, делать дабл спаун на этот маленький, хоть и отвод, но что-то будет у них, какой-то бонус, большой бонус. Так. Ждем, пока то ли разлагает, то ли еще что-то. Может, человек переподключится. Поехали, пишет пак. Так, пауза отжимается. Так, ну что, на миде. ДК нафармил 8 крипов, пак нафармил 9. В принципе, идут ребята ровно. Понемножку накаляют друг друга. В принципе, никто там, никакого преимущества нету. Так, на топе Вивер, фармящий Вивер, нафармил 6 крипов. У команды 6 фармит Банша. Банша нафармила 5 крипов тут, Андайнга, находят Андайнга, есть сетка в него, поставили там Буту, дальше с Вормом закинули, есть все-таки Риптайд, ну тут в принципе должен умирать Андайнг, да, Андайнг умирает, приходит сюда Вивер, Вивер в шикучах, должны убивать Висаджа, так, Висаджа убили, с Вормом откинулась Банша, побегут ли дальше, там Дарксира убивает, кстати, они друг друга убили. Так, там еще, возможно, под пушкой. Вивер, Шукучах, Риптайд. Должны убивать, в принципе, Нагу. Да, Нага умирает. Тут еще дальше пытаются накалить Профетку. У Профетки нет ничего. Убивает Профетка еще и Вивера. Ну и... Точнее, Виномансера убивает Профетка. И будет ли добивать ее Вивер? Сейчас
Отпил он тебе Ring of Health, отпился еще флаской. Ну, такая драка. 3-2, ну, 2-2, саппорты разменялись, в принципе, нормально. На боте ребята, кстати, тоже разменялись. Там, наверное, все-таки под пушку забежал Дарксир, и в итоге пушка его убила. Так, Пак берет в банку себе реген. Radiant's middle tower is under attack. Ну и вот продолжается фарм, так сказать. Так, у Пака уже 20 крипов, у ДК 15. Нарксир тут вводит свой айншелл. Так. Опять заход от команды 666. Поставили центрик. Накинули сетку на Веномансера. Веномансер сейчас, в принципе, должен умирать. Я с него плевок. Все-таки умирает Веномансер. Дерутся под тамбой. Вивер пытается убить Death Prophet. Плевочек Вивера очень больно. DKM все-таки добивают Висаджа. И шикучами добивают Баншу. И отсюда просто уходит Нага. Кандайн тут ходит по лесам. Так, Дарксир заходит за тауэр. Айн Шелл. Форму переходит Лондруид. Так, ну тут опять какие-то мувы, возможные драки. Так, Дарксир, сразу что ты фармишь, интересно. Что-то фармит сразу Дарксир, возможно, я даже не знаю, то ли Аркан фармит, возможно, какой-то дагер. Скорее всего. Но такое. Так, опять же, тут поставили центрик ВП, сразу же Деварды тут пытаются, ребята... 6-6-6, плевочки на мансера, очень больно, потом бу поставили. Дикей через 2 секунды будет и дикей. Ой, сворм, как больно по зомби, но там с дикея добивает висаджа. Лоу хпшка, Death Prophet, сюда прилетает пак, банша умирает. Есть Dreams Coil по двоим, хорошо. Дальше есть еще и арба, Riptide, хорошо. Нага, возможно, умрет, разрывается Dream Coil. Вивер все-таки уходит, зомби там сзади убивает Нагу, но его все-таки убивает пак. Ну и тут война пака Вивера, пак на, хорошо, на скилле сейчас убивает Вивера. Хорошо, на фейс-шифте спрятался, он на тычке, так бы умер, пак сейчас разобрался. На хостах он пролетел в топ и помог своим тиммейтам. Ну и на 7-й минуте счет 7-8. Происходит у нас экшен. Это, в принципе, хорошо. А, Дарксир себе купил на все денежки, которые нафармил, купил он себе Солрин и купил себе хедресочку. Дарксир тут против Спирит Бира стоит. Нафармить. Так, по центрикам убивает тут Вивера просто в момент. Сбрили его. Хорошо. Это неплохо. 8-8 сейчас счет. Сравняла команда 6-6. Беспрофетка себе приобретает фейзы. Так, сетка Вандайнга. Сюда сзади прилетает. Боже, пак прилетает сюда. На фейшифте. Прячется, ставит. Dreamscoil по двоим. Пак, возможно, умирает. Тут хорошо подхиливается зомби. Пака, кстати, убил. И даблкил делает Visage. На этих парнях. Тут накалены. Тут
Тут приходит Dragon Knight, будет ли что-то, нет у него формы, нет у него формы еще 16 секунд. Брисфайром забирает одного, пытается накатить второго, замедление, пытается стопить, но фейзы прожимает большая и уходит отсюда. Еще юзает фласочку, есть ли станчик есть, станчик первого уровня, дает стан в баншу, приходит сюда еще Реномансер, помазал гелем, поставил вард. Сейчас Dragon Knight просто умрет, сварм тут он получил, у него всего лишь 98 хп. Visage denied баншу, как вообще сыграно, отлично. Так, Висадж вызывает своих фамильяров. Так, Висадж покупает себе арканчики. Так, Мидл накаляет пак. Сюда прилетает Dragon Knight. Ну, чуть-чуть подуспокоилась. Так, что тут у Мишки и Дарксира? Так, ну... Лоня нафармил 54 крипа, это, в принципе, хорошо. И второй за ним идет по фарму Дарксира, они вместе фармят, и у них это хорошо получается. Потом идет пак. Пак стоял на миде, а что у ДК? ДК 38, у пака 41. Тоже, в принципе, ребята совсем рядом. В принципе, вот эти два лайна очень ровные. Так, что у Вивера? У Вивера 31 крип, у Банши 19. В этом все немножко проблема. Ну, Банша нюкер. Ей, в принципе, на верли гейме сильно, так сказать, арты не надо. Она может и так отлично заливать. Ульта ее очень больно бьет. Вам достаточно неплохо. Гелем помазали андайнга. Сеточка. Сеточка в зомби. И боже, как больно. Успел он поставить там будет. Делать сюда еще ТП-пак. Прилетела банша. У банши есть ульт. Есть сон. Есть сон от Наги. Разбивают тамбу. Нет, не буду разбивать тамбу. Толку там драться. Но в сон никого не зацепили. А нет, зацепили все-таки Вивера. Вивер отсюда уйдет. Да, уходит отсюда Вивер. Сетка в Нагу. Сюда ой, хорошо. Виномастер тем временем там убил Деспрофетку, но все равно еще умирает. Тут Dragon Knight еще дрался с Висаджем, тоже умирает. Тут Вивер опять же дерется с этим паком. Посмотрим, кто выиграет. ДК там еще убивает и Нагу, Сирену. Вивер все-таки ушел. Так, пак. Пак пытается отсюда убежать, но ДК делает... ДК просто прилетает и практически спасает команду. Он просто убил четверых. Там еще... ДС накаляет лондруида, он вообще аляушный, так-то, ну реально, сейчас прилетел ДК, и он всех спас, так бы все поумирали бы, ну, Вивера, возможно, бы как-то ушел бы, Виномансера там не зацепили, конечно, сном, он тоже уходил, но все равно драку вывез ДК. Вот тут пытался как-то завакуумировать лондруида, Дарксир, но пришла Деспрофет, и вот уже тут Банша помогла своему Мишке и убила нападающего ДС. Так, у ДС 1500 голды, у него есть хедресочка, сейчас он прикупит себе баклер, и у него совсем немного останется до Меки. Уже будет немножко поприятнее драться, конечно. Так, на нижней руне ДК. ДК взял в банку инвиз. Так, на бот прилетает лондруид. Так, вот Дарксир покупает себе меку. Так, Dragon Knight собирает себе Shadow Blade. Купил он себе Shadow Amulet. Так, 13-15, счет у нас на 12-й минуте. Товара, все товара стоят целые. Посмотрим графики. Впереди команда Виплей на 2000 экспириенса, но это совсем небольшое преимущество, практически его нет. И по голде преимущество тоже в 1000. В принципе, команда ровненько. Shadow Blade вот в это время, пока я рассказывал, приобретает Dragon Knight, а Пак приобретает себе Дагирулечку.
Так, Вивер тем временем на боте убивает Лондрида и вместе с Дарксиром пытаются забрить Лай. На топе один Undying. И, в принципе, ребята из команды 6-6 это поняли и будут его, скорее всего, обходить. Ну вот сейчас Висаж пытается как-то зайти со спины. С Вормом пытается откинуться тут Банша. Так, Undying. Попадает он в DKM. Есть Сайленс на него. Замедление на Undying'а. Юзает ульту, сетка, юзает ульту, Банша, ставится тамба. Но тут, конечно, без шансов для зомби. Это проблема. Убивается сразу же моментально тамба. Ну и, в принципе, приходит сюда еще и пак. Это минус Т1. Так, ТП тут делает 1-1, и они его... Испугались. ТП делает один Дарксир, и все так отошли. Поставила стенка, ну, не знаю, стенка. Там, в принципе, три рейнджевика. Сетка сзади от Наги. Так, ульт. Вот скоро вот ульт как раз закончился. Сворм, ну и будет ли добивать? Пак добивает. Кстати, Нага умирает. Тут пришел опять ДК, разобрался. ДК ворвался в драку. Пытается добить Баншу. Прилетает сюда Пак из блинка ставит дримскойл на одного, у ДК закончилась форма, ДК делает даблкил, врывается на Пака, нет у него стана, нет у него ничего, очень хороший плевочек от Висаджа, добивает ли Пака, да, Пака добивает, идут дальше, похилили там, кстати, ДК, триплкил делает Dragon Knight, опять же приходит в драку и дает люлей, вот, и вот он начинает тарить БКБ, есть у него Ogre Club, через 400 голды у него будет Mithril's Hammer, там, в принципе... До БКБ не так уж и далеко. Ну, Тавер, ребята, потеряли. Ну, если честно, вот как это плохая, очень плохое начало драки. Но даже это было не начало драки от 666. Я, честно, делал один Дарксир, делает на вас ТП. Вы просто разойдитесь. Ну и как-то... И все, ну а ребята, это же есть ульта Банши, вчетвером. Чего бояться, кого бояться? Тем более снизу был и Вивер, и Дарксир. И Вивер бы тпшился на Т2, пока бы он тпшил, ну такое, короче. Не знаю, парни немножко, не знаю, забоялись, что ли, и... Вот это, мне кажется, послужило смертям. Так бы смертей особо не было. Нашли курицу света. Курица света. Так, у Банши фейзы. И вот это, мне кажется, не очень хорошо. У Банши только фейзы. А что есть у Вивера? Виверочек. У Вивера скоро будет Дизоль. Тут нападают же опять на Лондруида. Под корнями юзает Меку Дарксир. Будут ли дальше накалять Лоню? А тут нету Тавера, Лоня умирает. Да, Лоня тут умирает в любом случае. Тут как не бегай, как не старайся... Ага, лол. А нет, все-таки забежал сюда Вивер и убивает Лондруида. Так, у Лони, конечно, есть 81 крип, но проблема в том, что он уже три раза умер, это не очень радостно. А вот Виверочек, 7-2 у него счет, и вот у него Дизоль через 200 голды. Так, с большой забирают тут. Экзорцизмом забирают Т1 на миде, перетягивается сюда, вином перетягивается, зомби и ДС. Так, еще тут в инвизе бегает ДК. Так, и Вивер сюда, возможно, перетягивается. У Вивера, конечно, лоу мана, это для него проблемно. Так, ну, счет 15-20 на 17-й минуте игры, мы продолжаем наблюдать. Так, пак тут фармит свои леса. Зомби свои, но вот ребята решили пофармить немножко обе команды. Так, ДК, есть у него реген в банке. Вот летит, кстати, Дизоль Виверу. Вивера 200 голды. Ну, как раз купил только что Дизоль себе. Докупил он себе еще один Mithril's Hammer. Точнее, докупил он себе рецепт. Один Mithril's Hammer лежал у него в стэше.
Так, Пак приобретает себе ПТ-шку. И ребята заходят на Рошана. Два вангварда сразу же. Приобретает себе Дарксир один, и Банша приобретает себе другой. Так, Инвиз юзает ДК. Возможно, будет кого-то искать. Вешается на него щит. Ускоряется. Так, нашли Баншу. Превращается в дракона, сразу же есть стан. Разультится ли Банша? Не, Банша не давала ульты ее. Ага. Дримскойл и сон. Так, Риптай туда, туда залетает ульт от Виномантера по одной наге. Так-то да. Так, Монстеркил уже ДК еще сбривают Висаджа. Это даблкил для ДК. И... мне кажется, дела плохи у команды 6-6, если честно. Если честно, плохи, если честно, вот этот Дримскойл, вот сон, мне кажется, небольшая ошибочка, которая стоила ребятам две смерти, грубо говоря. Так, зомби там приобрел себе худ. Радиану приобретает себе медведь, но... ну, такое, не знаю, решение Радианы... ну, не знаю. Чтобы вот оно прям как-то сильно решало, чтобы как-то там... были прям все такие ватные, чтобы вот реально наносило урон, это артефакт. Радиан этот. Не знаю, не знаю. Посмотрим. Посмотрим реально, как это будет в драке. Так, внимательно купил себе урну. Так, Рошана, Рошана забирают виплеевцы. Так, Виномантер, Виномантер. ПТ-шечку себе приобрел. Так, Висадж. Кликает на мид. Так, ну, у всех есть все. Ну, правда, сна нету наги, но он будет через 20 секунд. Так, ставится Сентрик. Рептайт, рептайт на одного. Пытается откинуться Банша. ДК превращается в форму, летит на Висажа, тут же сразу прожимается ульт от Банши. Ой, какая стяжечка, боже, на какую отличную стенку, боже, как их там всех порвало, их просто всех разорвало. Туда еще, конечно, поставился хороший Дримкойл по всем, но все поумирали, ну как все, тут Пак ушел, нет, Пак не ушел, все-таки его добил Виномансер, там под ядом он закончился. Пытается тут еще драться как-то медведь, как-то пытается сжечь своим радианцем. Бот тем временем забирает Вивер. Драка была без Вивера. Думаю, тут Вивер, они быстренько закончились. Еще стан Пака, помазали гелем. Еще одна стяжка, хорошая стяжка. Забирает еще Пака. Ну, сейчас отлично, отличнейшая просто игра от Дарксира. Просто вот он... вот, вот отлично. Вот просто супер. Отлично, отлично, отлично. А Вивер тем временем сносит бот. Ну, тут стоит и наблюдает за этим... Лоня, так, Т2 сломали ребята в миде, ну, отогнали Вивера, конечно. Так, ну и Вивер делает ТП-аут. Так, ДС сейчас найдет реген. Виномантер приобретает себе тем временем форстав. Оставляет регенчик, наверное. Да, ДС оставляет регенчик. Так, а, у ДК банки уже нет. Вот он уже
ему рецептик еще остался докупить до ребр. Будет у него все в порядке. Так, ну сейчас, конечно, 23 минуты, счет 15-28, по экспириенсу впереди ВП на 11 тысяч, получается. Ой, я говорю, на 11, на 20 почти, ну там на 19 получается, 19 тысяч. Вот по золоту 18, ребята, впереди, но это очень огромное преимущество, которое, ну, практически нереально отыграть, там, ну, шанс есть всегда, и по 20 тысячах, но они очень-очень-очень мизерные просто, ну, реально-реально мизерные. Так, тут бегает Вивер. Собрались ребята тут втроем, сейчас подтянется сюда еще Дарксир. И Виномантия сюда еще пойдет. Ну вот все, они тут в пятером. Так, на топе Спирит Бир. Просто отпушивает лайн радиансом. Так, отправляет сюда Вивер. Хочет забрать этого медведя. Лишние 300 голды-то. Не помешают в семейном бюджете. Ага. Ну и отлично, отлично, отлично. Не зацепили его жуками-пауками. Паузу ставит Висидж. А ДК тем временем приобрел ребра. Опять лаги. У Висиджа. А, у Деспрофет. У Деспрофет, у Висиджа, говорю. Ну вот, немножко не повезло, конечно. Банше. Сначала отключилась, теперь лагает. Да, не очень это приятно, конечно. Так, Линка. Вивера. Есть у него еще и Аегис, которого выбили они с Рошана. Так, тут. ДК бегает в инвизи, так. Ну, сейчас будут пытаться как-то подсплитпушить. Банша тут немножко нагрела на Вивера. Так, ну будут пытаться растягивать команду 6-6-6. Плевочек Вивера в линку. Так, ДК в форме. Банша. У Банши не хватает маны на ульт. Стан в медведя. Но его сейчас должны забривать. Есть сетка в ДК, есть стеночка. БКБ прожимает ДК. Так, он тут, в принципе, нагу должны убивать. Да, под БКБ разбирается с ним Dragon Knight. Дает еще станчик в... Кого это был? Это Пак был? Да, это Пак был. Его убивает все-таки Дарксир. Плевочек в зомби. Зомби очень, очень хорошо, зомби склеился там. Так, Вивер пытается убить птичек. Получил в линку плевочек от Висиджа. Так, ну это минус. Мид, скорее всего, юзает ульту Банша, появилась у нее мана. Сайленс прожимает, но тут просто сбоку стал Вивер, еще подтянул хорошо Дарксир и делает даблкил ДК. Ну, сейчас отличнейшая игра от ДК, просто вот он был в нужное время, в нужном моменте. Всегда, везде он приходил, помогал. Хорошая игра от Дарксира, мне очень понравилась. Стяжки и т.д. и т.п. Ладно, смотрим дальше-то.